Kids Fashion TV и я, Александра Шевченко. Боялись выходить на сцену, когда вы пели? У вас был страх? На сцену впервые я вышла, когда мне было примерно 4 года. Я думаю, страха точно не было, потому что я была очень маленькая. Вы любите путешествовать, Орел и Решка? Конечно, люблю. Очень люблю. Это прекрасная программа. Вы хотели еще провести Орел и Решка? Хороший вопрос. Я думаю, что я обязательно еще буду вести «Орел и Решка», когда будет какой-то юбилейный сезон. Может быть, через 5 лет, может быть, через 10, не знаю. Может быть, бабушка Регина будет вести «Орел и Решка». Как вы добились такого, что вы можете теперь быть ведущим? Наверное, очень банальный ответ, очень-очень примитивный. Ну, очень много приходится работать. Сначала в кадре, потом вне кадра. А есть иногда на работе у меня злые тети. И вот с этими тетями, чтобы они мне разрешили делать, как мне нравится, чтобы людям нравилось и всем нравилось, мне с ними приходится еще и ругаться. А когда вы пели песни, и когда вы стояли на сцене, вам было страшно? Всегда, даже сейчас. Хотя уже 15 лет я занимаюсь любимым делом, я всегда переживаю перед выходом на сцену, потому что как только артист перестает нервничать, это говорит о том, что он достиг всего, и жизнь становится скучной. Детей я обожаю, у меня их аж трое. Идите ко мне. У вас вкусная морожка? Вкусная, вкусная. Но мороженое зимой – это глупо. Не повторите мои глупости, девчонки.